Спорт, даже экстремальный, может быть доступен каждому. Подтверждение тому прошедший в Ухте семинар по водному туризму для людей с инвалидностью. Его участникам рассказали, как собрать байдарку, управлять лодкой, складывать ее. Напомнили и о правилах безопасности на воде. Объяснили, как нужно применять спасательный конец Александрова, чтобы помочь человеку за бортом. Но пока сообщество туристов, что объединит людей с инвалидностью в Ухте, только формируется. В том числе и при помощи подобных семинаров. Мы когда проводили опрос среди людей с инвалидностью, очень 90% людей ответили, что да, такая необходимость есть, что мы не знаем об этом, нам нужно это. Ну, то есть ни маршруты не подготовлены, очень много работы такой предстоит. И мы на самом начале пути, можно сказать, только вот пытаемся, начинаем эту работу налаживать. Если говорить о сплаве на байдарках, то этот вид спорта доступен людям с нарушением по слуху, зрению и даже с некоторыми опорно-двигательными нарушениями.